Территория школы номер 6 стала площадкой для проведения тимбилдинга. Набор активных мероприятий, направленных на сплочение коллектива и формирование навыков решения общих задач в команде, набирает популярность среди молодых. 10 команд из разных школ боролись за звание лучшей команды лидеров. Недавно прошли выборы во всех школах. Это такая первая стартовая точка для вновь сформированных органов самоуправления школьных. Инициатором данного мероприятия и организаторами выступил городской ученический совет при поддержке Центра развития образования, при управлении образования и управлении по делам молодежи. Каждая команда получила свой маршрутный лист с 10 этапами соревнования. Задания проходили на время. Главное в тимбилдинге не физические способности, а интеллект, смекалка и собранность команд. Камера, монета, знак, ручка, поле и пенал, флеер, кот, трава и дом, школа, кепка, телефон. Активная позиция видна у каждого президента школы. Андрей Кузнецов, ученик 9 класса гимназии Эврика, стал безоговорочным лидером своего класса. Активный класс, активный лидер. Мы должны участвовать во всяких мероприятиях, которые предлагают школы, как бы, чтобы показать то, что мы вообще есть, и показать себя как спортивную команду, и даже насколько мы дружны. Победителями тимбилдинга стала команда из гимназии Росток. На втором – команда из школы номер 4. А третье почетное место разделили две команды – 5-я и 6-я школа.